Последний звонок – это событие, которое остается в памяти навсегда. Одновременно и грустно, и радостно на душе у 11-классников, покидающих школу, которая за годы учебы стала для них фактически вторым домом. Ученики школы номер 19 в Медвежьих озерах не скрывали свои эмоции, прощаясь с любимыми учителями и одноклассниками. Для них звонок на урок больше никогда не прозвенит. Вернемся в детство мы за парки. Может, я сюда вернусь, да? Я опять смогу преподавать. Мир детства мигом окунусь. Уроки надо буду задавать. Приятная грусть, вот, потому что никогда больше сюда не вернемся, только в гости. На самом деле, да, очень трогательно такое событие. Не хочется уходить, хочется дальше тут оставаться. Тут очень весело. Поздравили 38 ребят с завершением важного жизненного этапа директор школы, педагоги и заместитель администрации главы городского округа Щелково Дмитрий Толмачев. Ребятам также напомнили, что сейчас для них самое главное – успешно сдать единый госэкзамен, чтобы после поступить в выбранный вуз. Впереди у нас экзамены. Я надеюсь и я знаю, что вы не подведете ни себя, ни школу, ни родителей. Этот месяц, он действительно, возможно, даже сложнее, чем несколько лет учебы в школе. Поэтому я всей души вам желаю удачных экзаменов. Верьте в себя. Вы мудрые, вы умные, вы сильные, вы крепкие. Удачи на экзаменах и до встречи на выпускном. 11-классников поздравили и самые маленькие первоклассники. Для них школьная пора только начинается. Они пожелали выпускникам успехов и свершений во взрослой жизни, а также чтобы они никогда не забывали свою родную школу. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.